Ребят, всем привет. Хочу быстренько рассказать о новой штуке. Ну, как новая, у меня новая штука. Очень полезная. На заднее сиденье крепится багажник вот такого плана. Заказывал с thecycleguys.com. В принципе, это со Штатов привозили. Это лейбл даже у них есть. Вот так смотрится, да? Неважно. Штука совсем простая, но очень удобная для хранения временно вещей. То есть приехал в магазин, либо что-то надо положить, чтобы не таскать в карманах, можно положить. Единственное, что, конечно, ценная вещь сюда, когда ставишь, нужно потом забирать, то есть не оставлять одни. Мало ли что. Кто-то может забрать. Я одной рукой пытаюсь закрыть. Вот. В принципе, она достаточно вместительная, то есть по объему. Сюда можно вместить целых два слона. Где эта штука? Вот. Знаю, если кому-то интересная идея, могут даже сами что-то подобное делать. Я с пошивом не связан. Сама вещь стоит около, сколько я за нее отдал? 70 долларов. Ничего сложного, в принципе, нет. Сейчас открою, посмотрите, как она изнутри. Крепится здесь такими застежками. Это велкро. Липучки. В принципе, и все. На обычное сиденье натягивается. Всем спасибо.